Телеканал «Белрос» говорит и показывает про Россию и Беларусь. Спутниковое, кабельное и стриминговое вещание союзного государства. Круглые сутки десятки миллионов зрителей в интернете по всему миру. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Жизненно важно сегодня, чтобы сохранить Россию. Вот эту мощную, богатую страну. Добились прорывных результатов на фундаменте экономики рыночной. Большой президентский формат и актуальные новости. Пилотники «Камикадзе» сдетонировали вблизи объектов критически важной инфраструктуры. У нас 15 республик было, и в каждой свои гены. Горячая аналитика и эксперты. Нет тех преступлений, на которые не пойдут. Американцы, Штаты, Запад и так далее. Нас давят только за то, что мы не предали Россию. Вот эти упаднические настроения 2020 года, они так или иначе, все-таки мы их преодолеваем. Истоки и традиции. Я счастлив, что фестиваль состоялся, и благодарен всем, кто сделал это возможным. Не одной бульварной литературой жив современный читательский рынок. Сейчас другие обстоятельства, и сейчас спрашивать надо о другом. Все, что делаешь, оно живешь этим. Это будет служить основанием, сытной базой для нашего блюда. Знакомые зрителям лица ведущих. Говорил президент на самые разные темы. Отправимся в небольшой Добруш. Не удалась цветная революция в Белоруссии. Они считали себя благородными потомками викингов. Приземляясь ежегодно в новом порту приписки. Жалуются белорусы на придорожных пунктах пропуска на границе с Польшей. Делают многовековые вкусы понятными для нас. Получилось у них или не получилось, судите сами. Вентилянка не настолько безопасная инфекция. А еще «Белрос» – это кинопремьеры, золотые коллекции советского кино и собственные фильмы. Они все погибли ради нас с тобой, чтобы мы с тобой остались живы. И отомстили за... Это половина, понимаешь, половина! А если это я порежу на 5 частей? Спасибо, Борис Федорович. Ладно, спасибо, мне отделались, конечно. Ржевский мемориал – еще один символ нашей общей памяти. Символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма. Прямые трансляции самых главных событий. Но из крепости не уйдем, кто, страдая от ран... Спасибо вам. Поздравляю с наступающим праздником Рождества Христова. Музыкальные программы и концерты. И так же, как в детстве. «Белрос» – это дружба и братство. Это то, что всех объединяет. «Белрос» – вместе и навсегда.